Я знаю, что вы, уважаемый господин министр обороны, приняли решение баллотироваться на должность президента Египта. أعرف أنكم يا معالي الوزير الدفاع قد اتخذتم قرارا بترشحكم على منصب رئيس مصر. Это очень ответственное решение возложить на себя такую миссию за судьбу египетского народа. Я от себя лично и от имени российского народа желаю вам успехов. Я очень надеюсь, что после того, как пройдут все внутри политические процедуры, закончатся выборы и президента, и парламента, которые намечены, как мне известно, на лето следующего года, сформировано будет правительство, нам удастся включить все механизмы сотрудничества. Когда египтяне говорят о том, что им нужна безопасность, надо им эту безопасность дать. Египетская армия является в подлинном смысле слова народной армией, и ей по силу справиться с этой задачей.